Всем привет! И сегодня мы посмотрим на собранный только что нож Enza Trapper 115 мм. Совершенно недавно мы смотрели анбоксинг накладок, 3D накладок фирмы Enza со стяжечками фирмы Enza. То есть вот так вот это все выглядит. Монтированным на клинке, но приклеены эбоксидкой, стяжки стянуты и заполированы, вернее зашлифованы. До полировки тут еще времени много. То есть, что я буду делать с рукояткой, я решу только после того, когда поработаю немного клинком. Вот такая вот черная микарта у нас. Вот так это выглядит на ноже. Если мы сравним два траппера в руках, да, это 95 миллиметров скандинавские спуски. Это 115 миллиметров. Толщина клинка у вас абсолютно одинакова. Здесь в руке это где-то вот так вот выглядит. Разница, безусловно, есть и в ощущении, и в балансе клинка. Если его сравнить с траппером со спусками от обуха. Есть у Enza еще один клиночек, это Enza Badger, который такой же длины, 115 миллиметров длина клинка. Но тут как бы совершенно другой нож. Это линзовидные спуски, это скандинавские. В общем, пока получилось где-то вот так. Да? Такие вот два траппера. Спасибо за просмотр. До новых встреч.